личности Бога, которая так сейчас отрицается современными раввинами, действительно вытекает из Библии, и что раввины времен Ишуа не отрицали возможности троичности Бога, я думаю, это будет для нас большим шагом вперед. Так что вот эти три вопроса, о которых мы говорили, еще раз отметьте. Значит, личность Ишуа, пришел ли уже Мессия, тот, которого ждали, то есть действительно ли Ишуа тот самый Мессия, который уже пришел, либо Мессия вообще должен прийти. Это первый вопрос. Второй вопрос – это вопрос божественности Ишуа. Это три таких кардинальных вопроса, которые поднимались на этом диспуте. И третий вопрос – это вопрос о троичности Бога. Либо Бог только один, и нет единства подобному Ему. Итак, начнем. Разбор диспута Нахманида. Время действия. Барселона, 1263 год. Давайте попробуем углубиться в этот исторический период. Помните, что в 1099 году крестоносцы разграбили Израиль, захватили Иерусалим и уничтожили многих ее жителей. Прошло немного времени, чуть меньше 100 лет, и в 1187 году Салах эд-Дин, египетский султан, в битве с крестоносцами отвоевал Иерусалим. Его правление было недолгим. В следующие 50 лет Иерусалим завоевывали последовательно татаро-монголы, затем мамилюки. Мамилюки – это египетский спецназ, если сказать по-теперешнему. И затем почти весь Иерусалим был разрушен. Евреев в нем практически не осталось. В Испании в это время все большую силу набирали антиеврейские настроения. Вы помните, что примерно к 1240-1260 году была уже основана инквизиция и проводились репрессивные методы против некоторых еретиков, в частности, Альбигойский крестовый поход. То есть в это время возник такая традиция диспутов. Диспутов, которые проводились с еретиками, или диспутов, которые проводились с евреями. Естественно, если еретик или еврей побеждал на этом диспуте, то чаще всего заканчивалось чем? Костром, да? Вот, если он не побеждал на диспуте, ну, он мог быть изгнан, либо тоже оказаться в заключении. То есть инквизиция в то время существовала, но еще в Испании инквизиция не являлась главенствующим органом. Вы помните, что только через 200 лет, уже в 1492 году, произошло изгнание евреев из Испании. Проводились разные методы обращения. От насильственных до методов убеждения. Лично сам, помните, Гусман, Доминик Гусман говорил, что он получил откровение. Пойди и убеди. И инквизиция занималась такими методами убеждения и обращения. Поэтому доминиканцы занялись теологией. Одной из целей доминиканцев, вы не думайте, что все доминиканцы были палачами, это орден доминиканцев по имени Доминика Гусмана. Но они еще получили название Доминиканус, псы Господни. Они не все были палачами. Среди доминиканцев много было ученых и выдающихся теологов. И они разрабатывали различные способы обращения неверных евреев, мусульман и еретиков. И поэтому важную роль приводилось вот этим самым диспутом. В ходе диспута священник должен был доказать, что еврейское мировоззрение ошибочно. И эти диспуты таили большую опасность. Если раввин проигрывал диспут, евреев большими группами насильственно обращали в христианство. Если раввин диспут выигрывал, то чаще всего он оказывался на костре или в застенках инквизиции.
Поэтому было очень опасно. И Рамбан очень рисковал. Действующие лица и исполнители. Первое. Моисей бен Нахман Геронди. Моисей бен Нахман Геронди. Он же Нахманит, он же Рамбан. Годы его жизни 1194-1270. То есть после этого диспута он прожил всего лишь 7 лет. Раби Моше бен Нахман родился в городе Жирони, так как в иврите «же» в оригинальном иврите не существует, поэтому назван он Геронди. Он был одним из величайших комментаторов Торы, крупным талмудистом, лидером еврейской общины. Как и некоторые другие великие еврейские мудрецы, Рамбан зарабатывал на жизнь медициной. Помните, Рамбам тоже был медиком. Рамбан работал врачом при дворе короля Испании. В пожилом возрасте, после победы на диспуте о религии, где его главным оппонентом был еврей-выкрест Пабло Кристиани, ну, Кристиани – это, естественно, прозвище или фамилия, которую ему дали, когда он стал христианином. Диспут был устроен при королевском дворе в 1263 году. После этого диспута, естественно, Рамбан был вынужден бежать из Испании в землю Израиля. И там продолжал общественную деятельность. Помогал реорганизовывать еврейскую общину Иерусалима, разрушенного крестоносцами. И Рамбан имел большие познания во всех областях Торы. Свою первую книгу он написал в возрасте 15 лет. Это был энциклопедической мудрости человек. Его работы охватывали все области еврейской мудрости. Толкование Торы и Талмуда, галахические постановления, респонсы, а также сочинения по еврейской мистике и философии. Что такое респонсы, вы знаете? Это ты спроси меня, а я тебе отвечу, да? Что тебе надо, что ты хочешь. Ну вот, например, современным раввином по интернету пишет. Дорогой рабби, у меня в холодильнике перевернулось молоко и пролилось на курицу. Что мне теперь делать? Только ответьте очень быстро. А то курица испортится. Да? То есть, когда возникали вопросы, посылали обычно какое-то письмо с этим вопросом к мудрецам. И мудрецы эти назывались гаоны. Большинство мудрецов жили в Вавилоне. И вы знаете, туда полтора года шло письмо. И обратно полтора года шло письмо. Естественно, к письму прилагалась определенная сумма денег. На транспортные расходы и самому раввину. Поэтому это было выгодно. Но затем гаоны появились уже в Европе. Вот такие гаоны. Рабби Гершом, помните, о котором мы уже рассказывали. Который решил, что можно галаху устанавливать в каждой еврейской общине самостоятельно. Я очень поддерживаю этот принцип. Тоже был гаоном. Последний из гаонов известных, помните, знаменитый Виленский гаон, который жил в конце 18 века и который выступал против хасидов. Вот таким гаоном и был Рамбан. Величайшим трудом Рамбана является комментарий к Пятикнижию. Комментарий Рамбана основывается на простом смысле текста, который он добавляет новый для той эпохи аспект – скрытый каббалистический смысл. Каббалу Рамбан называл истинным знанием. Кроме этого, он использовал мидраши и агаду, разбирал грамматические особенности текста. Рамбан был занят объяснением содержания текста, смыслом слов, пытался разрешить трудности, встречавшиеся в тексте. Он часто вступал в дискуссию с более ранними авторами Араши и в особенности с раби Авраамом ибн Эзра. И иногда категорически не принимал их толкования Писания. Стиль его отличается простотой и ясностью. Он анализирует психологические мотивы поведения героев Торы, историческую подоплеку событий. То есть вы видите, какой интересной личностью был человек этот. Всю свою жизнь Рамбан стремился переехать в землю Израиля и в своих сочинениях превозносит и восхваляет ее, описывает красоты и климат. Рамбан включил заповедь населения, заселения земли Израиля в число 613 заповедей. По его мнению, обязанность каждого еврея жить в Эрец-Исраэль.
Итак, Рамбану 72 года, и он начинает свой диспут. Оппоненты. Крещеный еврей Пабло Христиане, которому помогали несколько патеров. Патеров, то есть священников. Зрители и судьи. Король Яков Арагонский, его двор и монахи. Интересно, что у короля тоже имя Яков еврейское. Вы помните, что многие испанские короли имели еврейские корни? Суть диспута. Запишите. Суть диспута. Король задал три вопроса. То есть основные. Приходил ли уже Мессия, как говорят христиане, или еще придет, как говорят евреи? Правда, это очень важные вопросы. Король задал три вопроса. Приходил ли уже Мессия, как говорят христиане, или он еще придет, как говорят евреи? Второй вопрос. Божественен ли Мессия, как говорят христиане, или это человек, как говорят евреи? Божественен ли Мессия, как говорят христиане, или это человек, как говорят евреи? И третий вопрос, который задал король, кто соблюдает истинный закон, евреи или христиане? Если кратко говорить о сути диспута, то на первый вопрос Рамбан ответил, что евреи не считают Иешу Машиахом. Вы знаете, что в еврейской традиции талмудической не пишется Иешуа, а пишется Иешу. Некоторые говорят, что это сокращение «Ихи Шем Гу», в общем, да будет имя его забыто. Но некоторые говорят, что Иешуа – это, возможно, галилейский вариант произношения имени Иешуа. Помните, Иешуа был кто? Галилеянин. Ученики его были галилеяне. Галилея принадлежала к северной части Израиля. Иудеи, вы помните, был совершенно другой диалект. И даже когда кто-то из учеников начал говорить, да, вот говорит, даже речь твоя выдает тебя. Поэтому некоторые думают, что Иешу – это сокращенный вариант, просто тот, который произносили в Галилее. Так или иначе, не знаю, но, по крайней мере, в еврейской традиции, в раввинистической, произносят не Иешуа, а Иешу. Потому что Иешуа, если скажет, это что означает? Спасение, да? Спасение. Итак, Рамбан ответил, что евреи не считают Иешу Машиахом, потому что не выполнено пророчество Торы, так как он не положил начало всеобщему миру. Более того, последователи Иешу часто сами проливают много чужой крови. На второй вопрос Рамбан ответил, что главное различие христианства и иудаизма не в проблеме мессианства Иешу, но в признании сущности Иешу человеческой или божественной. Помните? То же самое и он сам говорил, Иешуа. За кого меня почитают? Потому что Мессий, слава Богу, в еврейской истории, я думаю, как-то отдельное проведем занятие у меня о лжемессиях и лжепророках. Очень интересная тема. Мессий в еврейской истории вот столько было. Поэтому Хамаши – это не просто Мессия, а кто? Тот самый Мессия. Хамаши должен быть один. Итак, вопрос, говорит Рамбан, не в том, является ли Иешу Мессией, но является ли сущность Иешу человеческой или божественной. В иудаизме, ответил Рамбан, не существует веры в божественность Машиаха или любого человека. На третий вопрос, то есть у кого правильный закон, у евреев или христиан, или проще, отменена ли еврейская Тора? Прекратил ли Иисус свой Ветхий Завет? Или он был заменен Новым Заветом? Да? Он ответил, Рамбан, что ничего не изменилось в характере мира, чтобы законы Тора потеряли свое значение. Мудрый король отложил продолжение диспута и никому не присудил победы. Он щедро наградил Нахманида. Естественно, после такой награды Нахманид бросился в бега и остановился аж только в Израиле.
Когда Нахманид письменно изложил содержание диспута для ознакомления с ним членов общины, король вызвал его к себе и приговорил к 2 годам изгнания. Стиль диспута. Стиль диспута Нахманида – схоластика. В то время мышление людей было несколько отличным от теперешнего мышления. Наше теперешнее мышление рационалистическое, научное. Рацио – это что? Это опыт, да? Опыт, рационалистическое познание. То, что подвергается опыту, и если этот эксперимент повторим, то считается действительным. В то время было схоластическое мышление. Попробуем разобраться, что это такое. Вот определение из энциклопедии. Схоластика от греческого «схола» – «школа», «досуг». Схоластика от греческого «схола», что означает «школа», «досуг». Систематическая средневековая философия, сконцентрированная вокруг университетов и представлявшая собой синтез христианского богословия и логики Аристотеля. Это систематическая средневековая философия, которая была сконцентрирована вокруг университетов и представляла собой синтез христианского, в данном случае католического богословия, и логики Аристотеля. Отличительные черты схоластики. Первое. Составление так называемых сумм. От слова сумма, да? Первое. Составление сумм. Всеобъемлющих компедиумов. Это не я употребляю такие заумные слова, это энциклопедия. Я цитирую. Что такое компедиум? Компедиум означает сбережение выгода. То есть попытка систематизировать, унифицировать основные идеи учения католической церкви. Вот эти результаты диспутов записывались в такие документы, которые назывались суммы. Это собрание ответов на вопросы. Чем-то напоминает Талмуд, правда? Вот, ответов на вопросы, с которыми четко согласуются с учением католической церкви. И вот согласно этим вопросам-ответам и проводились тогда диспуты. Чем-то это немного похоже на толкование Библии, которое проводят в настоящее время свидетели Иеговы. Знаете, у них есть там общество сторожевой башни, оно толкует Библию, оно записывает эти толкования в определенные документы и распространяют всем членам свидетелей Иеговы. Поэтому, вы знаете, свидетели Иеговы, они очень бойко могут вам ответить. Но только на определенные вопросы. Если вы их собьете с рельсов, они уже дальше не пойдут. То есть, как паровоз на рельсах. Движется, если ты стоишь на рельсах, он тебя задавит. Если ты, как партизан, рельсы разберешь, паровоз дальше не пойдет. Вот это то, что происходило в схоластике. Вот эти университеты, общество доминиканцев, орден доминиканцев занимались таким составлением сумм, то есть компедиум, сбережение выгода. Это попытки систематизировать, унифицировать основные идеи и учения католической церкви. Вторая особенность. Доскональное изучение поставленного вопроса со скрупулезным рассмотрением всех возможных случаев и опровержений неортодоксальных воззрений. То есть досконально изучался поставленный вопрос, заранее записывали все возможные возражения и все возможные ответы на эти возражения. Третье – высокая культура цитирования. Третье – это высокая культура цитирования. Дело в том, что схоластическое мировоззрение, оно опиралось не на опыт, а на авторитеты. Если Аристотель так сказал, значит все. Аристотель совершенно не был христианином, он жил за 300 лет до христианства, но он был объявлен первым христианином. Почему? Потому что греческая философия в то время победила. И греческая философия занимала самое главное место в толковании Библии. И вот эти авторитеты, они считались непререкаемыми. Нечто подобное наблюдалось и в иудаизме. Помните, Гилель, знаменитый
когда была школа, помните, Гилеля и Шамая. Вот тогда он был молодым человеком, вроде вас. Спор шел о какой-то вещи. И спорили они об этой вещи. И Гилель, естественно, был мудрый человек. Он придумал 7 принципов толкования Торы. И согласно этим принципам говорил 2 часа. Его послушали, ну, ты, говорит, мальчик, молодец, далеко пойдешь. В общем, что там, мы с собой все равно не согласны. Ну, вы знаете, а Раби Шимон Гацадик тоже говорил так, как я. Ах, Раби Шимон Гацадик говорил это, так что ж ты 2 часа нам на гуши лапшу вешал? Раз Раби Шимон Гацадик говорил, значит, так и есть. То есть вот это вот непререкаемость авторитета. Какие были основные проблемы того времени? Вера и знание. Проблема. Вера и знание. Что является главным? И вера, вы знаете, противопоставлялась знанию, разуму. В действительности нет противопоставления. И вера, и знание – это есть способы. Способы познания. Доказательство бытия Бога – это вторая проблема, которая разрешалась вот этими схоластическими спорами, называлась теодиция. Доказательство бытия Бога – теодиция. И третье – вопросы общего и единичного, так называемые проблемы универсалей. Ну, само слово «схоластика» сейчас воспринимается как ругательством. Но в действительности это был довольно серьезный метод. И вы знаете, этот метод еще сохранился по настоящее время. Знаете где? Среди адвокатов. А адвокаты, по большей мере, сейчас евреи. Вот адвокаты как раз и пользуются этим методом схоластики. Сам принцип прецедента. Вы знаете, что современная юридическая мысль – это у нас. Ты там получаешь от 3 до 6 лет, и все. Сама юридическая мысль, например, в Соединенных Штатах Америки и в западных странах, она настроена на прецедентах. То есть рассматривается много различных происходивших диспутов между адвокатами и прокурорами. И если какой-то случай уже происходил, то нечто подобное тогда решение и находит. Вот так же и схоласты занимались этим. Философы и схоласты милы уху законника крючкотвора, ведь они онтологическими категориями так часто придавали юридическую окраску. Бытие мира и человека, соотносимое с бытием Бога, описывали как совокупность правовых отношений и их аналогов. Схоластика характерна тем, что не пользуется индукцией, а почти суть ее всегда дедукция, то есть приемы и выведения частного из общего. Есть частное правило, из него общее правило выводится. Характерной чертой средневекового западноевропейского общества, определившего, конечно, в счете его динамизм и высокий потенциал быстрого развития, было разнообразие составляющих его элементов. И общество было разнообразно. Много было разных корпораций, выражавших различные, часто противоречивые интересы. Какие это были корпорации? Королевская власть, католическая церковь, дворянское сословие, университеты, цехи тоже представляли свои корпорации, города, торговцы. Все они составляли корпорации со своими органами управления, и у каждой из них имели свои этические и правовые нормы. И нужно было создавать нечто единое – социальная система. И такое общество могло существовать лишь при наличии общих духовных ценностей. Это было нечто незнакомое античному миру, потому что античный мир, он был по вопросам логики. И помните, было стремление унифицировать античную религию по образцу христианства. Ну, позднее, после развития наполеоновских войн, и в России уже после 1905 года торжествует принцип национализма. Принцип национализма, и наци заменяет корпорации. И законы становятся не всеобщими, а национальными. Да? Каждая нация издает свои особые законы. Хорошо. Теперь давайте будем говорить о самом диспуте Нахманида. Вначале я вам объясню некоторые
вещи. Естественно, то, что мы не можем знать. Вот я вам даю текст Нахманида, потом комментарии. В некоторых местах мы будем прерываться и обсуждать сами эти вопросы. Итак, вступление. Нахманид предпослал своему изложению хода диспуту предисловие. В этом предисловии написано так. В трактате Сангедрин сказано, 5 учеников было у Ишу. Матай, Накай, Нацер, Бони и Тада. Привели Матая и сказали, неужели Матай будет убит? Ведь написано же, когда, то есть Матай, Матай означает когда, приду и явлюсь перед лицо Божие. Они ответили, да, Матай умрет, ибо написано, когда, то есть Матай умрет, и погибнет имя его. Раши поясняет, что последователи Ишу были близки к властям и приходилось отвечать на их вздорные доводы. Таким же образом я пишу о том, что я отвечал этому мракобесу, брату Пабло, испортившему варево свое при всех, в присутствии короля государя нашего, его мудрецов и советников, да возрастет величие его и да возвысится царство его. Кто помнит, Шулом, что говорил по этому поводу? Нет, второй курс. Вы не читали лекции Шулома по Талмуду? Ишо, еврейская традиция, Ишо это будет. Тогда я вам расскажу. Дело в том, что отрывок, цитированный Нахманидом, на протяжении столетий тщательно изымался христианской цензурой из печатных изданий Талмуда, но сохранился в рукописных копиях и текстах. Вы помните, из Талмуда в свое время было изъято все, что касалось Ишуа, касалось личности Ишуа. Суть в следующем. Матай, ученик Иисуса, за некоторые преступления осужден на смерть. Христиане доказывают, что его нельзя убить, и приводят цитаты из Священного Писания, в котором существует слово «Матай». Они дают толкование этой цитате в том смысле, что человек по имени Матай не должен умереть. Но это игра слов. Дело в том, что кажется, что Матай похож на Матфея, да? Но в действительности речь идет не о людях, не о суде над людьми, а о суде над какими-то принципами. Скорее всего, это какой-то христианский гимн, отражавший верование тогдашних христиан. И в этом гимне каждая строка начиналась определенным словом. То есть первая строка началась со слова «Матай», вторая со словом «Накай», третья с «Нацер», четвертая с «Бани» и «Тада». И каждая из этих строчек символа веры опровергалась еврейскими раввинами. Значит, тут вначале всегда приводится стих, который говорит «не убивать», а затем стих, содержащий то же слово, и говорит «убить». То есть, видите, Матай должен умереть? Не должен, потому что Матай, когда то-то, то-то, и все. Они говорят, Матай, когда тот должен умереть. То есть, это диспут не о людях, не о вине конкретных людей, а о идеях. А второе, следующее, что там? Накай. Накай означает «невиновный». И христиане говорят, не умерщвляй, наки, невиновного и правого. Это отрывок из книги «Исход», глава 23, стих 7. Наки означает чистый, невинный. И следовательно, отрывок этот звучит так, не умерщвляй, невиновного и правого. А Талмуд возражает, играя словом наки. Да, был ответ, накай будет казнен, ибо написано в потаенных местах убивает наки. Это игра слов. Невиновного. В потаенных местах убивает невиновного. Это цитата из Псалма 9, стих 29. Также, следующее. Помните, Нецер. Что такое Нецер? Это росток. Ишуа был Нецер? Помните, у вас, может быть, это будет вопрос на тесте, что где указано, что Иисус был Назареем? И как вы на этот вопрос ответите правильно? Ибо Назареем он назовется. Помните? А правильный ответ – то, что перевод идет с греческого текста, а в греческом тексте
Слово «нецер» переведено как «назарей». А в действительности из пророка Исаии мы знаем, что «нецер» – это ветер. И это относится к Мессии. И Назарет – это именно город Нецер, а не город Назир. Поэтому он был жителем Назарета, но не был Назареем Иисус. В данном случае просто неправильный перевод. Итак, Нецер означает «ветвь». В переводе с иврита пруд – росток, выходящий из сухой земли, как написано в 53 главе Исаии. «Нецер ле шарашав ле фре». Росток, выходящий из сухой земли, будет плодоносить. Но Нецер, как одна из атрибутиков Мессии, Иисуса тоже не нравится еврейским раввинам. Да? И они начинают дискутировать. Будет ли Нецер казнен? Разве не написано «и Нецер, росток произрастет из корня его»? Помните, мы говорили, что это говорится о символах веры. И здесь говорится о Мессии. Но они говорят, что Нецера все-таки надо что? Казнить. И приводят вместо этого отрывка из Исаии, а первый отрывок «Нецер, росток зайдет от корня его», взят из 11 главы Исаии, стих 1. «Да, — сказали они, — Нецер будет казнен, ибо написано, а ты повержен вне гробницы своей, как Нецер, презренная ветвь». В данном случае. Это отрывок из 14 главы Исаии, стих 19, который говорит о царе Вавилонском, что он будет повержен вне гробницы своей, как ветвь. Четвертый – Бени. Буни или Бени означает «мой сын». То есть это диспут против чего? После того, что Иисус – Сын Божий. Видите, первое – Матай, когда он придет. Дальше – идет Накай, что он будет чистый, Иисус, да? Иисус был действительно чистый. Они повергают это. Они повергают принцип, что Иисус – ветвь, и что он – мой сын, то есть Сын Божий. И на это они говорят. Будет ли Буни казнен? Разве не написано «Бени, мой сын, первенец мой»? Это цитата из 4 главы книги «Исход», «Исход 4, 22». Речь говорится об Израиле. «Да, — говорят раввины, — Бени будет казнен, ибо написано, «Я убью Бенха, сына твоего, первенца твоего». А эта цитата тоже из «Исхода» 4 главы, но стих 23. И контекст данного отрывка – об обрезании сыновей Моисея в пустыне. То есть это не имеет никакого отношения к Иисусу, но они подбирают те места, где это слово связано с умерщвлением. Будет ли тогда казнен? Что такое тогда? Хвала, да? Хвала. Спасибо. Лагодот, даже хвалить Бога. Благодарение. Благодарение Богу за Сына. Тогда будет казнен, да? Псалом тогда хвалебный, означает хвалу, благодарение. Эти слова взяты из Псалма 99, стих 1. «Да, – отвечает еврейский раввины, – тогда будет казнен, ибо написано, кто приносит в жертву тогда хвалу, то чтит меня». Мы видим, что приводится стих из Писания, чтобы оправдать ученика, а следующий стих содержит такое же самое слово, опровергает предыдущий и осуждает ученика на смерть. Вот оно такое схоластическое мышление. Понятно нам, да? Вот, вы должны понять, что нам это ничего не понятно. Но это показывает схоластическое мышление. То есть абсолютно отвлеченное мышление, да? Оно совершенно на каких-то принципах основано, на каких-то авторитетах, на каких-то оторванных словах из Библии. Ну, кстати, оторванными словами или цитатами, или отдельными стихами из Библии и сейчас тоже оперируют. Вы согласны? И не всегда хорошо. Но чтобы вы поняли, какой принцип. И вот что говорит Шулам. Он говорит так. «Я верю, что у первых христиан был такой гимн, отражающий 5 учений о Мессии. Раввины воспользовались этим гимном как инструментом полемики и написали возражение против него, что являлось нормальной тактикой подобного противопоставления отрывков».
Хорошо, это вступление было. День первый. День первый. Три дня продолжался диспут, там с небольшим перерывом, да. Но мы попробуем уложиться в полтора. Теперь считаю непосредственно из документа. «Велел мне король, государь наш, диспутировать с братом Пабло во дворце своем в присутствии его и его советников в Барселоне. Я ответил, сказал, я исполню повеление короля, государя моего, если вы разрешите мне говорить, как я хочу. Я прошу дозволения короля и брата Раймунда де Пенафорте и его соратников, здесь присутствующих». Ответил брат Раймунд, «если не будешь поносить веру». Раймунд – это, по всей видимости, какой-то авторитет церковный или, может быть, даже инквизитор, который присутствовал. А Пабло выступал от лица христиан. Я сказал им, я не хочу дискутировать с вами, если не смогу говорить свободно, как вы, обо всем, что касается диспута. Я знаю, как говорить этично, но это будет так, как я хочу. И все дали мне разрешение говорить, как я хочу. То есть, что делает здесь Рамбан? Берет инициативу на себя. На себя. Все дали мне разрешение говорить, как я хочу. Это очень важно, брать инициативу в свои руки. И сам король велел мне говорить, как я хочу. Я сказал в ответ, немало было диспутов между христианскими священниками и иудеями о законах и обычаях, не связанных с основами веры. Я не хочу в этом почтенном дворце говорить об этом. Я буду говорить лишь об основах, от которых зависит все, а не пустословить о вещах, не имеющих значения. Видите, он все поступает согласно тому, что мы говорили, что перед тем, как дискутировать, да, надо взять инициативу в свои руки, надо точно, четко определить обсуждаемые вопросы, регламент по этим вопросам и не отклоняться на второстепенные вещи. То есть тут он поступает совершенно так, как мы говорим. И сказали они все в ответ. Ну, можно прокомментировать это так. Рамбан ссылается на имевшую место практику выкручивания рук, то есть нечестного ведения споров. Когда одно лишь неосторожное слово, можно было за одно слово попасть за стенки инквизиции или на костер. С 13 века в Западной Европе начались диспуты между иудеями и христианами. И целью было доставить себе победу над противником. Часто эти диспуты были частью более широкого явления. Складывали особые культуры мышления, построенные на диалоге и ориентированные на рациональном человеке. Диспуты стали основным методом обучения. И, как мы говорили, они вошли в основу схоластики. Диспуты с евреями проходили достаточно редко. Они происходили где угодно, но не в университетах, не среди интеллектуальной среды, при королевских дворах, городских ратушах. Великие богословы-схоластики в таких диспутах не участвовали. Более того, о них вообще не участвовали люди, получившие богословское образование в университетах. Эти диспуты устраивались между представителями еврейского образования людьми и теми евреями, которые приняли крещение, хотели рационально обосновать свою новую веру. Такие апологеты христианства напоминают первых его проповедников. Апостолы проповедовали Евангелие, прежде всего, среди иудеев, и этой проповеди часто подчеркивали, что Ветхий Совет содержит в себе образы, которые предвосхищают Христа. Но деяния апостолов никогда не утверждали, что один из этих образов достаточен для обращения в христианство. Решающей в уверении была благодать, а то или иное понимание Ветхого Завета не могло ее заменить. В 1263 году в Барселоне один из таких не по уму ревностных неофитов, получивших крещение имя Пабло, хотя сам апостол Павел никогда подобных диспутов не устраивал и не считал, что может доказывать свою веру, добился у короля разрешения провести диспут со знаменитым знатоком Библии и Талмудом, Нахманидом. Вот интересно, как происходили эти диспуты, рассказывает старый еврейский анекдот. Может быть, вы его знаете. Этот анекдот существует в разных вариантах. Жил-то был один бедный еврей по имени Залман. С малых лет он тяжело трудился
И учиться, конечно, у него не было никакой возможности. Была у него лошадь, была телега, на которой он раз в неделю возил овощи из своего села в столичный город, где была немалая еврейская община. Как-то приехав в город, Залман обнаружил, что овощная лавка, в которой он сдавал свой товар, закрыта, и все лавки еврейского квартала пусты, даже детей не видно, мертвая тишина. Он очень удивился, слез с телеги и пошел спрашивать всех. Что случилось? Кто умер? Отвечает один из стоявших у входа. Неужели ты не знаешь? Уже 2 дня вся еврейская община держит пост, молится и просит Всевышнего, чтобы был отменен жестокий приговор. В чем же проблема? Главный поп нашего города, священник, ненавидит евреев. Он давно ищет способ причинить нам несчастье и изгнать из наших домов. Поп предложил королю, что если есть мудрый человек среди евреев, пусть он станет перед королем и ответит на 3 вопроса. Но вопросы необычные. Не словами будет спрашивать, а жестами. И отвечать надо также без слов. Знаете этот анекдот? Ответит верно, останемся жить в городе. Не ответит, будем изгнаны. Если не найдется такой мудрец среди нас, наказание неизбежно. Король дал нам 7 дней. Как можно разгадать вопрос, который не задан словами, да еще и дать ответ тоже не словами, а своими жестами? Самые большие мудрецы этого города понимали, что у них ничего не получится. И тогда Залман подошел к мудрецам и говорит: «Господин мой раби, не волнуйтесь так, с Божьей помощью я пойду к королю и отвечу на все вопросы. Перестаньте плакать и возвращайте свои дома». Раби и все люди смотрели на этого бедняку с удивлением. Сумасшедший какой-то, неужели не соображает? А Залман не стал больше разговаривать, вышел из синагоги, завез свою телегу и погнал лошадь к королевскому дворцу. Вот видите, еврей приходит туда. Залман подъезжает, они кричат: какой-то оборванец приехал к королю. Случилось так, что в это время прибыл поп в роскошной поповской коляске. Что за шум, спрашивает? Да вот еврей-оборванец к королю пришел. Рассмеялся поп, оглядел латанный-перелатанный тулуп еврея, говорит: что тебе за дело к королю? Объяснил Залман, что приехал ответить на вопросы попа. А, так это ты самый мудрый из евреев. Ну ладно, только в таком виде нельзя входить во дворец. Доложили королю, что прибыл еврей отвечать на вопросы попа. Подумал король, что, наверное, еврей с виду такой простой, а на самом деле большой мудрец, раз община послала его. Приказал отвезти его в баню, искупать, одеться в подобающие одежды и привезти в королевский зал. Так и сделали. Привели Залмана к королю, поставили, и толпа придворных стоит, все ждут. Посмотрел Залман на важного попа, стоящего рядом с королем, говорит: хорошо, задавай свои вопросы. Скинул поп руку и показал Залману 2 растопыренных пальца. Указательные и которые рядом с ним. 2 растопыренных пальца. Говорит король попу: скажи мне правду, не соври, что ты спросил? Еврей внимательно посмотрел на попа, поднял свою руку и показал ему 1 указательный палец. Тут показывает 2, этот 1. Говорит король попу: скажи мне правду, не соври, что ты спросил? И что он ответил? Я показал еврею, что есть отец и сын. Да? А он ответил, что есть только 1, единый Бог. Дальше. Скинул поп свою руку с 5 растопыренными пальцами перед евреями. А тот в ответ показывает ему сжатый кулак. Тут его показывает. Спрашивает король: а сейчас что ты за вопрос задал? Сказал еврею: Бог один, а вы его народ. Почему же он лишил вас своей земли и рассеял среди других народов? А что ответил еврей? Сказал, что в будущем они все соберутся воедино. Подошел поп к столу, взял бутылку с красным вином и показал еврею. А как только увидел Залман в руках у попа бутылку, выхватил из-за пазухи сверток, развернул и поднял над головой кусок белого сыра. Побелел поп, как этот сыр, и едва не потерял сознание. Схватил король попа за рукав. Что ты ему сказал? И почему ответ еврея так напугал тебя? О, мой король, красное вино – это кровь.
Я сказал ему, что евреи пролили кровь Христа, своего пророка. Как же после этого Бог соберет вас в Израиле? А он сказал, написано в Торе, что отбелит Израиль себя от грехов и будет прощен. Увидел король, что еврей победил, и приказал достойно наградить его. Ну, следующий приходит, естественно, еврей к своим. Ему тоже задают вопросы. Говорит, раби, мы думали, что этот извозчик Амхаарец, он совсем не прост. Прекратили евреи пост, покаянные молитвы, и спрашивает его, скажи, дорогой, о чем тебя спрашивал поп, и как ты отвечал? Ну, показал мне поп два пальца. Мол, я вырву твои глаза эти двумя пальцами. А я ответил, что одним пальцем вырву оба его глаза. Рассмеялись сидящие вокруг. Потом поп показал мне растопыренную ладонь, что готов надавать мне пощечин. А я сунул ему кулак. Только попробуй, я тебе зубы выбью. Евреи начали смеяться. Ну а что дальше? Да видит, что он шутки плохи. Взял бутылку вина и предлагает мир. А я вытащил кусок сыра и показал ему, что согласен на мир. Вот и закуска к вину. Вот таким образом он победил. Это, конечно, анекдот, но такого типа диспуты зачастую и были. Для нас важен ответ Нахманида, почему он говорит, что евреи избегают споров о вере. Знаете, раввины с вами будут спорить, или их последователи будут с вами спорить. Но как только вы начнете их прижимать к стенке, они сразу будут закричать. Вы знаете, евреи о вере не спорят и никого в свою веру не обращают. Что мы должны знать? Значит, вот что говорил по этому поводу, это сокращенные доводы Любавического Ребе Шнейерсона. Сколько у нас минут? Все, да? Хорошо. Шнейерсона, да.